Ну, представляете себе, да, какая-то часть города уже обустроена, уже сделана и так далее. И вдруг одним росчерком пера все стало недействительно. Все, закрыта эта штука, да? Почему закрыта? Открыто. Там закрыто, не подняться. Не знаю. А мы сейчас сходим туда, посмотрим. Кроме автобусной остановки или общественного транспорта, все сделано и с уклоном, и поручни. Даже хороший вид, я бы сказал, отсюда. Если недостатков никаких нет, то тогда пишется, что объект приспособлен для маломобильных групп и к нему претензий никаких нет. Ну все, тогда выезжаемся, господа. Вот так. Рама, колесики. И порой в день по 30 раз. Туда-сюда, туда-сюда. Я его на коляску вешаю. Никакой претензии к пешеходу. Инвалид там живет сегодня, и он давно пишет жалобы. Но финансирование по адресной программе этого объекта будет только года через 3-4. Скажите, вы такие молодцы, что вот снимаете. Вот здесь вот хорошо, что сделали вот такие покатые. Сделали везде в других местах. А то прям вот такой вот подъем, аж ты не подни, ну просто без помощи не подняться. Вы молодцы, умницы вы. Это не мы умницы, это вот человек работает в комитете, проверяет, чтобы все сделали хорошо. Вы молодец, дай Бог вам здоровья. Спасибо. Господи, береги вас, Господь. Думаю, Господи, хорошо, что я вас увидела. Спасибо.